اعطيني شوي افتح له سمه. انت ايش بدك بهالشغله؟ هذا اعمل له هذا، افتح له اياه. لا هو لو فاتحينه بختلف الامر. لا شو بده يعمل؟ بياكل هالكل ولا بوكل ولا شيء. Здорово. Вот так вот. Кока-кола нравится всем. Наверху идут дальше в город. Видны все? Вот они. Три класса людей. Есть низкий класс, можно сказать, это бедный класс, можно сказать, рабочий класс. Но есть и средний класс, но есть и богатый или царский класс. Жили в этом городе, но еще и умирали. Значит, если мы представим, что это поверхность земли, все вещи, которые ниже поверхности земли, это гробницы низкого класса, или рабочего класса, или бедного класса, как хотите назовите. А все вещи, которые выше поверхности земли среднего класса, а которые ближе к высоте, это богатого или царского класса. Первое, посмотрите, вот тут 1, 2, 3, 4 пещеры. Конечно, не только тут, в этом месте, везде есть такие пещеры. Там, как можно отличить? Это пещера, а это жилище. То есть это гробница или это жилище. В жилищах нашли утварь, да? А кости человеческие, они нашли в гробницах. Второе. Все, понимаете, у гробницы, гробница, у нее узкая дверь. А жилище большая квадратная дверь. Если кто-то спрашивал, а как закрыли? Ну, можете представить, можете придумать даже. Из кожи животных или из листьев деревьев. Вот. Посмотрите, тут выше камней нарисовано или высечено, некоторые фигурки, да? Это шахмат. Соревнование было. Гарри Каспаров и Карпов играли у нас в шахматы. На самом деле, раньше индийцы изобрели шахматную игру кто? На патиции. Смотрите, вот ладья тут, там ферзя, там король, вот пешки. Вторая версия, конечно, говорит о том, что в этой пещере сколько человек похоронено в этом ущелье, в этом или в этой гробнице. Посчитайте, 18 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 человек похоронено в этой гробнице. Давайте сделаем экзамен. Как вы думаете, мы там были, где главный памятник в этом городе? Но он хорошо сохранился, верно? Как вы думаете, что сделали раньше, или что высекали раньше? Все эти, то, что мы видим сейчас,
или главный бабник? Как вы думаете? Наверное, то, что здесь. То, что потом... здесь раньше, правильно? Да, да. Почему? Сначала над жилищем устроить, потом уже храм. Нет. Вот они православные, Саша. Нет. Ну, это можно придумать такие причины. Сохранилось. Ирина. Сохранилось. Ну, Ира, там сохранилось лучше. Потому что, понимаете, природные явления, ветер, дожди и так далее, и они испортили все. Но они хотели найти такое место, да, где меньше всего есть такое. Чтобы было покрытое. Вот, чтобы покрытое, она спрятана. Показать вам, как выглядят гробницы внутри. Да, кто спрашивает? Храме, да. 48, 38. Да вообще не пускайте. Раньше пускали, но там одна девушка упала, сломала ногу. После этого запрещали. Ох ты. Смотри, какая красотища. Семейные, поэтому размеры разные, возрасты разные, друзья. Мы ничего не нашли внутри, а теологи полагают, что это приняли христианство, собрали и сохранили по христианскому снова, или, может быть, те бедвины, которые использовали эти усыпальницы, когда в авто упали. Они повернули в одежду, положили и закрыли камни, друзья. Возрасты разные, поэтому размеры разные, это самое важное. Вот напротив. И тот же самый рисунки. Это естественные, ребята, с неба, как капли. Потому что эти чанки содержат разные минералы, есть разные оксиды. Поэтому разные цвета. Вот недалеко, где меня остановились, мой друг объяснил, там рядом есть осыпальница, где 20 лет тому назад продавалась Coca-Cola. За эти бедуины, которые работают, они только имеют право работать здесь в лавочках. 30 лет тому назад заставили государство приселиться. Поселок строили недалеко отсюда, поэтому они днем здесь, ночью там. Только они имеют право работать здесь. И сейчас увидите наши бедуины, накрашенные глаза у них. Они верят, что это сохраняет зрение, ребята. Поэтому это не кохля, называется кохля, это смола с дерева натуральная. Она, если дать умываться, остается несколько дней. Это натуральная смола, кохля называется по-русски. Это типа хна и кохля разные. А чем высекали, интересно, все это? Слышь, это все скорее. А чем это высекали все? Каким орудием туда были? Высоко. Да, но порода каким была по-другому, горы. Но сначала, как сделали ребята? Они сделали дырки, дерево оставили, полили водой. И потому что песчаники через несколько дней открылось, ну, помогало открываться. И потом молоток, железо это было. Ну, как было? Высоко так? Высоко, это сначала. Порода по-другому, это потом высечали. Понятно. Потом изучали. Понятно. И подмосты, веревки были у них. Да, они знали все это. А вон он, римский амфитеатр. Это амфитеатр, да, вот это? Это театр, не амфитеатр. Амфитеатр круглый, самостоятельный. Это театр на перевале. Есть, которые, но очень дорогие. Есть, которые дорогие. Сейчас написано, что это Набатийский амфитеатр. В других книгах написано, что это Римский амфитеатр. Почему мы считаем, что это Набатийский амфитеатр? Потому что основную и большую работу сделали набатийцы. Мы говорили там, они высекали с одной горы все. И все эти ступеньки, на которых могло сидеть больше, чем 3000
зрителей. Римляне, они закончили создание этого театра. Они строили эти колонии и эту сцену. Да? Большинство представлений, конечно, гладиаторы и борьба между людьми и животными. Вот. Пещеры, которые наверху, это не ложи, а акустика, да? Чтобы человек там сидел и считал, и пил, и так далее. Вот. Вот. И значит, в этом театре еще видно, что с одной горы высекали все эти ступеньки. Римляне из отдельных блоков они строили, верно? Если кто-то спрашивает, например, из наших великих мужчин, а вы говорили, что они умерли, это гробницы, а это усыпальницы, а где они жили? Я предпочитаю, что можете сказать нет, но может быть богатые люди только, везде есть такие жилища. Но так как это театр, богатые люди жили в этих пещерах или в этих жилищах, которые напротив. Вот, куда я показываю одно, куда поднимается одна девушка. Да-да? Очень, но стоит подняться и посмотреть, какие красивые цвета скал, натуральные. Очень стоит посмотреть, очень красивые цвета. Ох ты, какого цвета, да? Ух ты, да. Смотрите, ого, красиво. Ох, блин. Какая красота. Кому трудно отсюда, можно отсюда. Нет. Там загажено, даже запах убивает. Опа, о, какая красота, фоткай. Ну да. А вот это черное, это закопченное. Здесь костры полили. Скорее всего, закопченное. Это уже потом. Скорее, как бедуины. Ну, может быть. Пришли. Здорово. Здорово тут. Дворец правосудия. Дворец правосудия. Как подняться туда? Подняться туда за этим. У кого есть желание подняться, пожалуйста, начинаем подниматься и обратно в автобус.
красиво. Какая красота. Ох ты, ослики. Ого. Что все дома? Хорошо, что строили, нет? Это все вырубили в скале. Ух, красотища. О, смотри, узор как будто отражается. Видишь? Одна стена в стене. Красиво. Ух. Пойдемте сюда, поднимемся на смотровую площадку. Это все, он продолжается. Этот город. Он огромный. Чего себе, да? О, двери, окна. Ух ты. Какая красота. Каменный город. Пешка, а вот здесь бочку, давайте вот этого поделим на троих. Давайте. Давайте сейчас спустимся. Ты на ослике хочешь? Я хочу на ослике. Я не хочу. Да.
Ух ты. Так. У нас есть еще банан, вот эта непонятная груша. Ну вот, чем не столик. Да, огромный город, конечно. Вот. Понимаю, почему это один из памятников. Так, Каир еще кривляется. Красотища. Ага. You want for you? Не. Давай. Давай, давай. Давай. Нет, окей. Я не хорошо. Окей. For you, my. Окей. Хорошо. Да, главное не упасть. Обалдеть. Чуть-чуть левее, 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 левее. Нам туда, ослик. Не надо бежать, не надо. Хорошо, хорошо. Хорошо, Мерседес. Мерседес. Вот там вот так, я хайка алай. Окей. Мерседес. Мерседес, да. 600-й. Ой, это здорово. Слушай, какой мощный. Проходимый. Супер Мерседес, да. Ишь, пожалел ослика нахрен. Да ты что, знаешь, они такие выносливые. Слушай, а Юра такой себе. Да. А Юра, ты где? Юрик! Привет, таксино! Вот так вот, Юрка. Все трое на осликах. Ой, мама! Главное, главное не завалить осла. На самом деле он вполне управляется. Да? Если нажимаешь в левую сторону, да. Да. Ты идешь, он идет левее. Если нажимаешь в правую сторону, ты правее. Он вполне рулится. Ага, супер. Ага, давай чуть-чуть правее, да, пойдем. Вот сейчас зашибемся. Смотри, если вы вперед, вот, нажимаешь вот на эту ногу, то есть как бы сбоку его делаешь. Вот, он поворачивает. А как, куда поворачивать дальше? А фиг его знает. Не, он упрямый, он не идет. У меня он пошел по-другому. Ну ладно. Он слабо управляемый. Да. Ага, окей. Здорово, идет. Ой, это он убежал, да? Ага. Давай! Здорово. Класс. Да, сувенир на осле купить сложно. Какой у меня? У меня на обгон пошел. У меня самый бойкий ослик. Мой зато лучше, чем знать дорогу. Да, сам идем. О, какая красота. Да, слушай, здорово. Мы сейчас, наверное, нашу группу нагоним. Да. Я на всех катался, но вот на осликах, кстати, не катался.
На лошадях катался. Хотя вполне себе нормально, не страшно, несет нормально, да? А это у нас откуда? А вот не знаю. До сюда. Окей. Отлично. Сейчас спасибо этому дому, пойдем к другому, хорошо? В Акабу нам 2 часа, будет время, будем останавливаться в Акабе, не будет, то прямо. Хорошо, зависит от времени. Будем стараться, но если не будет времени, что делать? Можно, я знаю. Ну, посмотрим насчет времени. Ну, если будет, то у нас там минуты 20-25, чтобы не ждать там на площадке, все равно будем останавливаться в городе. Если не будет, то прямо. Хорошо? Договорились? Да. Грузины есть с нами? И на нету. Нет. Женщина с ребенком в автобусе стоит. Почему? Грузин возле окна стоит, она ему: молодой человек, закройте окно. А он: нет. Молодой человек, ребенку холодно, закройте окно. А он: нет. Ну, мужик рядом ему говорит: молодой человек, а женщина же просит, как вам не стыдно? Ну, закройте окно, ребенку холодно. А он: нет. Чего нет, стекла нет. Это всегда, когда на пивночке стояли, рассказывали анекдоты, да. Но это то, что удобнее, помню, что можно рассказывать, да. Остальные нет. Лето какой год? Где? Здесь. Это вам, а нам это холодно. Это зима. У нас такое лето. У нас такого нет, жаркого лета. Смотря это как... у вас, да, конечно, это лето, а у нас это зима, ребята. У нас такого жаркого нет лета. Уже давно. Я был в июле в Москве на медовый месяц, на 2 недели. Первая неделя нормально, жарко, а на второй неделе уже да. Кофточки нужны, холодно. Да. Христианка, ребята, совместных браков нету в Иордании, вообще у арабов, потому что у наших мусульманов он может на христианке жениться, это по в религии, в Коране написано, ребята, а чтобы христианин жениться на мусульманке нельзя, по закону он должен менять веру, а потому что родственные отношения у нас синие, это не принято менять веру, если я буду менять веру, мои родственники не признают меня, я уже чужой. Поэтому совместных браков нету. У нас или в мечети, или в церковь, и только. Заход солнца красиво у нас. А я в Краснодаре ни разу солнце не видел. Я не знаю, где вообще восток и где запад, не, вообще не разбирался тогда. Мы сегодня встречали восход. Да, и заход. Закат. Солнце в Иордании. Такие виги постепеннее всего. Да. А, вот это мы где еще? Позвал. Видимо, море вреет. Они не англичане были у нас, поэтому. Ставить на одноклассников, чтобы я видел. Обязательно. Да. Очень правильная граница.